Приднестровские школьники пакуют рюкзаки и сумки. Завтра вновь за парты. Зимние каникулы закончились, но главное – впечатление. Новый год, снег, каток и последние несколько дней мороза. Готовы ли школы? Тирасполь – снежная горка у порохового погреба. Детей много. Последний день каникул, надо успеть все. И на санях покататься, и в снежки поиграть, и снеговика слепить. Я пробовала лепить снеговика. И как, получилось? Получилось. А насколько большой получился? Как и я практически. Мы были у бабушки Нади, у бабушки нашей. Праздновали Новый год там. У нас было очень хорошее настроение. Эти зимние каникулы самые были насыщенными. А почему? Потому что было столько ярких воспоминаний с близкими. И еще много катаемся на горок. А вот на ледовом катке «Снежинка» сегодня без очередей. Многие уже успели покататься. Приезжали со всей республики, даже из Молдовы. Каждый день почти 1000 человек. Мы много раз были на катке, много гуляли. Но сейчас более-менее хочется в школу. Мы с одноклассниками там. В школе тоже весело, особенно на переменах. Мы хотим в школу вернуться, потому что есть друзья, учиться, развязываться в школе хочется. По физкультуре, по русскому. Соскучился? Да. Я математика, любимый предмет. За парты уже завтра. Стартует третья четверть. Все школы готовы, говорят в Минпросе. Морозы не помеха. Каких-либо сигналов о проблемах в организациях образования не поступало. Поэтому все работают, все готовы для того, чтобы принять детей. Температура воздуха в помещениях 18-20 градусов, даже есть и выше в школах. Поэтому нормально, если какие-то классы будут прохладными, ну, с северной стороны, то, конечно, администрация учебных заведений может перевести детей в другой класс, заниматься на время, пока эти пару дней будет холодно на улице. Синоптики говорят, завтра днем потеплеет, около нуля, снег. Ночью будет мороз до минус 11. До конца недели погода без существенных изменений.